Наверняка каждый из вас знает, кто такой сом. И у многих сомики живут в домашних аквариумах. Но мало кому известно, что есть виды, которые могут причинить вред и представлять угрозу для здоровья человека. Покупая в зоомагазине маленького пятнистого сомика, будьте готовы к тому, что он может вырасти в огромного сома, сожрать всех рыб в вашем аквариуме, а потом выпрыгнуть и уползти куда-нибудь под диван. И даже если вы найдете беглеца только на следующий день, он наверняка выживет и будет просить свежей рыбки. Как такое возможно? Давайте разбираться. Сом Клариус живет у нас уже давно. Мы покупали его совсем маленьким. С тех пор мы частенько слышим от наших друзей или знакомых такую фразу: «Будьте поосторожнее с этим сомом. Не задевайте его руками, когда прибираетесь в аквариуме». Кто-то говорил, что он может укусить или ужалить, а кто-то вообще утверждал, что он может ударить настоком. Мы решили докопаться до истины и узнать, что же за суперспособности такие у нашего сомика. Перерыв кучу информации в интернете, вот что мы выяснили. Оказывается, таких сомов больше 60 видов, а название рода происходит от греческого слова «кларос», что означает «живучий». Оно связано с поразительной способностью клариусов долго находиться на суше. Представляете, у этих сомиков над жабрами есть какой-то особенный орган, похожий на губку. Он позволяет им дышать атмосферным воздухом. А их кожа выделяет большое количество слизи, которая не дает им высохнуть. Прямо не сомики, а лягушки какие-то. Такие необычные способности позволяют клариевым сомам перемещаться из одного водоема в другой. За это их называют walking fish, гуляющая рыба. Оказывается, если в озере, в котором жил сом, ему наскучило, или он уже съел там всех других рыбок, то он без проблем преодолеет довольно большие расстояния, чтобы найти себе новый дом. Но, как я поняла, важно, чтобы его кожа оставалась влажной, и чтобы поблизости не было хищников или хитрых рыболовов, которые могут его поймать. Да, желающих его поймать немало. Эти сомики довольно питательный, недорогой продукт. И, например, в Таиланде пользуются большим спросом как у местных жителей, так и в туристических местах. Поэтому в теплых странах их очень активно разводят на рыбных фермах. Особенно интересно наблюдать кормежку этих сомиков. Смотрите, как их много. Они прямо кишат, даже воды не видно. Что-то мы отвлеклись. Давайте уже перейдем к суперспособностям. В интернете написано, что эти сомики действительно могут вырабатывать электричество. С помощью слабых электросигналов сомик предупреждает чужака, что это его территория, и не стоит к нему приближаться. Для того, чтобы это проверить, мы не придумали ничего лучше, чем измерить электричество в аквариуме. Мы взяли вот такой прибор, проверили, что он работает, и решили засунуть эти штуковины с проводами прямо в воду. Может быть, мы что-то делали не так? Или наш сомик просто не захотел бить настоком? В общем, электросигналы оказались настолько слабыми, что ни о каком вреде для человека тут точно говорить не стоит. Такое электричество вы даже не заметите. Так как эта версия не подтвердилась, давайте проверим еще одну. На многих сайтах написано, что у клариусов есть ядовитые шипы на грудных плавниках, и что сом может вас уколоть этими шипами. Форумы аквариумистов просто пестрят сообщениями о том, как кого-то ужалил сомик, что было очень больно, опухла вся рука и даже поднялась высокая температура. Честно говоря, после таких историй совать руки в аквариум было очень страшно. Совсем не хотелось получить укол и пару дней ходить с опухшей рукой. Но что не сделаешь ради эксперимента? Мы аккуратно потрогали все плавники. Даже усики потрогали. И не нашли никаких шипов.
Интересно, где же он может их прятать? Если вас когда-нибудь жалил сом, или вы точно знаете, где расположены эти шипы, то, пожалуйста, напишите нам об этом в комментариях. Мы пришли к выводу, что наш Клариус просто очень нас любит и не хочет кусаться, жалиться или бить током. Ну что ж, эти чувства взаимные. Мы тоже очень любим нашего сомика и кормим его самой вкусной рыбкой. Любите своих питомцев и на всякий случай будьте поаккуратнее в аквариуме. Если было интересно, не забывайте поставить лайк. До новых встреч! Пока-пока!